Привет! Сегодня будем делать лимфодренажную зарядку. Пальчиками рук начинаем постукивать себя по голове круговыми движениями. Такая зарядка очень хорошо будет тело с утра и снимает отеки вечером. Отлично! Теперь делаем захлёст каждой рукой, руки расслабленные, и доводим руку до ключицы. Важно в зарядке простучать практически каждый лимфоузел. Меняем упражнение и также расслабленными руками обхватываем себя, меняя положение рук. И расслабились. Растираем ладошки, пока не появится чувство жара. И прикладываем горячие ладошки к глазам. Еще раз растираем. И теперь прикладываем к животу. Последний раз, и теперь ладони прикладываем к паховой зоне. И теперь начинаем простукивать каждую ручку по очереди. Двигаемся по руке вверх с одной стороны, поворачиваем руку и вниз идем с другой стороны. Останавливаемся на сгибе руки и хорошенечко простучим в этом месте. Поднимаемся вверх и останавливаемся на подмышке. И здесь тоже хорошенечко простучим. Здесь тоже есть лимфоузлы. Понемножечку опускаемся вниз вдоль тела и возвращаемся под руку. Прекрасно, расслабились. И повторяем то же самое на другую руку, поворачивая руку во время постукиваний. Остановитесь на сгибе руки и хорошенечко простучите здесь. И поднимаемся выше и переходим в зону подмышки. И идем вдоль тела. И расслабились. Теперь простукиваем грудную клетку. Это можно сделать либо ладонями, либо кулачками. Легенько, но чувствительно.
Переходим на живот. И плавно переходим на боковую зону бедер. И перемещаем ладошки на ягодички, простукивая их хорошенечко. Теперь поднимаем руки чуть выше и перемещаемся на поясницу. Даже больше на почки. И аккуратненько-аккуратненько простукиваем в этих местах. И переходим к ногам. Хорошенечко простукиваем каждый сантиметр ног, опускаясь спереди вниз и сзади идем вверх. Останавливаемся под коленями и хорошенечко здесь простучим. Теперь мы сделаем 100 лимфодренажных прыжочков, не отрывая носки от пола, ударяемся пяточками о пол, так чтобы все тело отскакивало от пола. Так мы делаем 100 раз. И последнее упражнение. Поднимаем руки на уровне глаз и хорошенечко их встряхнем. Это очень эффективный и быстрый комплекс для лимфатической системы. Его можно делать утром для того, чтобы разбудить себя и запустить организм. А можно сделать вечером для того, чтобы снять усталость и отеки. С вами была Светлана Никичук. Всем пока!